Так, ребятки, всем привет. Я на трак-стапе в Сакраменто. Смотрите, какой классный трак. Мне кажется, он похож на чей-то трак, блин. Давида, кажется, если не ошибаюсь. Давид КамАЗ, да. Или он, не он, не знаю, сейчас посмотрим. А, стопудово, да. Леня, ты еще мешок с собой взял. А ну подожди, сейчас. Так, пацаны, Леня первый раз сел. Классика. Пипец, это я не ожидал, что такая красотища тут будет и так сделано качественно, шикарно. Блин, вообще у меня нет слов, одни эмоции. Шикарный трак. Как тебе штырь? Сильно неудобно, Лёнь? Штырь? Надо задать вопрос, почему он такой длинный, да? Слушай, ну 13, Надя? Да, 13. Фиг знает. Короче, это надо, я не знаю, по Сан-Франциско на таком траке ехать, это пипец. Не, это будет тяжело. Ну а ты как, в город когда заезжаешь, видишь? Ну я мало в города заезжаю. Мало? Да. Ты груза такие как-то... В основном по таким большим рапортам ездим. Ну я не знаю, вот... Ну, правая ты можешь, часть вообще не поставить. Ты можешь приподнять вот так, и все. То есть край капота вот примерно там, где ты должен быть. Скажем, вот со стороны двери, вот и зад, еще просматривается. Вот капот, если будет есть какой-то спорт этот кар, да? Тут... Не, у тебя еще окошко есть, вон оно, видишь? Где? А, да, точно. Двери. Окошко. Ты будешь зад видеть машины. Да, да. А если она чуть-чуть дальше выйдет за окошко, ее сразу видно в углу. Окей, да. Это дело привычки. А ну. Закрывай, закрывай, да. Все, Леня поехал. Смотрите, одни глаза видны только. Небольшой обзор Давида КамАЗа Трак. А ну, Давид, скажи, как он правильно называется? Peterbilt 379. Оригинал кабина, рама или что там? Не, ну, как бы рама удлиненная сделана, длиннее, чем ты можешь сзади, вон. Снять в окошко, какая длинная рама у него. Это полностью переделано, как бы это не заводская рама. Ну мы, не знаю, уже темно, стемнело, уже практически ничего не видно. Да, реально там можно еще это, еще одну комнату установить. Да, так длиннокапотный 379 Peterbilt Classic 2004 год. Катапеллер двигатель, 13-ступенчатая коробка, 300 инч wheelbase у него. Ну шикарный трак, я просто в восторге, блин, сидишь за рулем и ощущаешь себя, не знаю, каким-то пилотом, блин, какого-то космического, да, средства транспортного, офигеть вообще. Под синее сделано. И каждый датчик рабочий, да, все дела? Да, все работает. И сколько ты его собирал? 2 года. И сколько бабла вбухал? Ну, это пока секрет. Пока секрет, да? Да, пока своим подписчикам в первую очередь буду говорить, пока никому не говорю. Эксклюзив не получился пока. Так, кабина, дальше спальное место, блин. Спальник не отделанный, то есть он будет делаться. Это сейчас временно, чисто чтобы ездить. Так. Давай, вылезем. А, не, все нормально, все нормально. Давид тут установил, в общем, кресло, стол от Volvo 780. 730. 30? Да. Ну, который с меньше. Наверное, то же самое, что и 700. Ну да, да. Блин, вот сторик вообще моя мечта в треке. Ну да. Да. А сноуборд ты на сноуборде? Да, я катаюсь. Ну, это если где-то застряну, там, где с севера. Монтаны. Да, один раз было. Прикольно. А это что такое, кондишн там или что? Не, это эти. Кабинеты. Открываются кабинетики. Они вверх открываются. Как будто решетки это. Да. Ну, знаешь, как хлебница в России раньше была. Ну тут, в принципе, спалка такого же размера, как 780 где-то, да? Может, чуть-чуть? Меньше. Она 63 инча, она чуть-чуть больше, наверное, чем 670, да. И чуть меньше, чем это, 780. Давид. Блин, ну да, шикарно, шикарно, офигеть. Круто, круто, крутяк. Ну вот этот, как он правильно называется? То, штырь? Штырь. Ну это вообще кулиса, коробка переключения. Без вот это вот... Всем нравится. Нет, да. Вчера с Виталием этот автокар встречался, он тоже гладил его. Шикарно, шикарно, да. Так, во, отсюда ракурс хороший, чтобы меня сфоткать.
Леня уже это, уже отжимает трак. Все, мы. Все, уже за руль прыгнул. Договорились с Давидом, моя смена ночная сегодня. Куда едем? В Вашингтон. Лакбук давай. На классике лакбук не нужен. Реально, блин, вот я просто в восторге от этого трака. Шикарный трак. А кресла в какую цену такие кресла? А, каждое где-то по 750 баксов. Блин, реально удобное кресло, не то что это. Но это лоурайдер, есть такие же высокие. Mm-hmm. Это кому, допустим, нравится высоко сидеть. Слушай, вот это вот у тебя наклон опускается спинки, да? Да вот, да хоть ложи и ложись спать на нем. У меня Volvo Original, хотя кожное сиденье, ну вроде не. А у тебя там стоит стол, этот как его, кабинет. И он не, он не доходит. Не доходит такой? Он не упирается в кабинет, но в то же время больше не опускается. А, ну это оригинальное сиденье не откидывается сильно. А эти да, можно ложить полностью. Спина уже болит. А слушай, да, у тебя тут пол еще из ламината? Это не ламинат, это этот engineering floor. То есть это как hardwood floors, но только не на гвоздях, а заклепывающийся. То есть это настоящий oak. Но... Настоящий дуб. Тоненький такой, тоненький слой дуба идет. А потом дерево. Бумажное. Дерево, да. Шикарно вообще, блин, офигеть. Да. Пипец. А движок сколько лошадей? Ну, сейчас накручен на 600. Угу. И там кое-какие еще там вкусняшки добавлены. И расход? Ну, в среднем пятерка. Пятерка, да? Ну я ж с оверсайзами и овервейтами хожу. Угу. Как бы, ну, ты особо не напрягаешься, да? Не, и... вообще не напрягаюсь. А пробег это у тебя оригинал или как? Ну вообще на траке 100 000. А как бы на двигателе 500 000 где-то, 550 тысяч. Ну шикарно, плюс трак с пределами. Короче, ребята, вот такой был видосик, не знаю. Надеюсь, вам понравилось. Встреча с Давидом, да, в Сакраменто. На сегодня... суббота? Да, 25 число. А ты куда едешь? В Вашингтон, Сиэтл. На разгрузку, да? Не, на загрузку. На загрузку. Где разгружался? Я в Сан-Леандро разгрузился. Mm-hmm. Сейчас Сиэтл, а с Сиэтла сюда буду большую лодку везти. Ага. Оверсайз, туда к вам где-то под дамбу туда. Mm-hmm, которая... наверное. Но там какая-то лодка вроде как на шоу для лодок. Она не mm-hmm. думает, там вокруг дамбы плавать где-то будет. Я думал, эвакуируют людей. Вроде нет, там она что-то какое-то шоу. Я yeah. смотрю, здесь затоплено конкретно, вот с поля все затоплено. Так, ну ладно. Всем все, пока. Давайте, всем пока.